Здесь он. Некуда ему деться. Нету его тут! Искать! Искать! Ну, а вот и мы. Ну что, петь будешь? Наш, новый мир. Наш, новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем. Ну ладно. Я шлепну тебя без всякой философии. А в этом твоем новом мире что, все такие, как ты, будут, что ли? Лучше будут. Хорошие будут. Будут. Ну какие, какие? Не знаешь. Вы смотрите, Полы. Ты чего ушла? А где голубь? Улетел. Ну ты даешь. Даешь, даешь. Тебя что, слов других нету? Что делать-то будем? Не знаю. Ну ты чего? Эй, молодежь! Бездельники, ну-ка подсобите! Ну что, пойдем? Давай, 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 сюда! Венька, ну чего ты, пошли! Аккуратней! Подожди, вон туда! Пошли! Держи! Выше, выше, не пройдем! Еще все нормально. Разворачивай, на меня. Не сюда, девочка, не сюда. Коля, ты посмотри, чтобы ковер не заморали. Ну, еще, еще. Развернись. Девочка, ставь здесь. Давай, давай еще на меня. Паркет, немного. Вот, вот, вот. Еще немножко. Ближе к стенке. Вот. Хорош. Ну что? Что еще? Ну что, девочка, спасибо. Иди, иди.
потерялся. Ну, пойдем. Ну, подожди ты, сейчас. Ну, в машине все вынесли? Вроде все, ничего не осталось. Ну, спасибо, ребята. Ты что сделала? Коля! Коль, что они здесь бродят? Дура! Ну, что такое? Пойдем. Ну чё? Чё там? Дядя, чё там? Я сказал же тебе, ушел наверх. Ушел отсюда. Что не ясно? Вперед, 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 вперед. Ну что тебе? Ну что, дети? Ушли, ушли, ушли отсюда. Вот спортплощадка, идите играйте. Куда ты? Отстань. Ну так, давай, давай. Ну да, посиди. Ну что, мы в морг поехали. Закрывай, одеялом прикрывай. Ну да, конечно. Ну все, езжайте. Ну что, поехали в морг. Городок, городок, или 6-й? 206-й я городок. Тебя на месте закончил. Когда освободитесь, подъедьте к 5-му магазину на Семенова. Посмотрите обстановку. Понял, 5-й магазин на Семенова. Ну что, ребят, надо начинать. Ну, у нас со следователем договорились. Ну, обещал, он должен быть здесь. Да? Пока вот такой вопрос. Часто у вас такие случаи? Ну, конечно, не очень часто. Чаще всего это бывает не осенью, как сейчас, а вот, ну, в конце зимы, весны, весной. Это у нас мы называем, это, знаете, подснежниками. Вот. Это, конечно, зрелище не очень хорошее, хотя в моей практике были очень удивительные вещи, когда нам привозили, например, глыбы льда. Вот. Прозрачный глыбель, да, замороженный находился вот младенец, который так же, как вот, наверное, мама этого ребенка выбросила. Это было очень неприятное зрелище. Ну, прямо лед, это толщина льда была где-то около метра. И настолько прозрачный, удивительно прозрачный такой с голубизной лед. Значит, добрый день. Здравствуйте. Мы ждем уже. Извините, задержался немножко. Хорошо. Начали? Ну что, товарищи, начнем снимать? Ну да, ну снимать. Так, товарищ, вы постановление принесли, да? Да, конечно. Все вопросы поставлены. Ну хорошо, тогда начнем. А мне что для кино делать? Ну, как обычно. Труп завернул в голубую простынку в складках. У нее находятся частички прелых листьев и травы. Дальше под трупом белая простынка, на которой... Обратите внимание, подождите. Посмотрите, штампик черный. Так, следователь, подойдите, пожалуйста, сюда. Посмотрите на штамп. Вот он. Обратите внимание. Да. Так. Это штамп прячущий. Да. Так, вы, может быть, хотите снять этот фильм? Я не знаю, будет ли для вас это страшно, или можно ли это вообще? Нет, конечно, уже. Да не надо, хлопушка, это же документальная съемка. Ну, как это называется? Это называется, я вас отпустила погулять, да? Угу. Дисциплина у нас будет или нет? Который сейчас час? У нас интернет или что, а? Я вас спрашиваю, что у нас такое?
Анастасия Ивановна. Что? У вас дети есть? Что? Ну, мальчик. То есть, один мальчик. А что? Ну вот, на него и грешите. Что? Ты что, Венечка? Ну, ну, не знаю. Не знаю просто. Доедайте и ложитесь спать. Да, устроит она мне теперь жизнь. Ну почему, Вень? Мы же вместе. Не говори, вот увидишь завтра. Нет, надо что-то делать, иначе они совсем на голову сядут. Пожестче бы надо с ними, пожестче. Но у нас директор либерал. Я, знаете, как-то уже с ними намучилась, а теперь решила, беру только ночные дежурства. Вот, двери на засов и душа спокойна. О, я вам сейчас что-то покажу. Вот. Вчера нашла у второклашек. Ведь вдалбливает им кто-то это в голову. У, товарищи воспитатели, а который теперь час на дворе, а? Вот, хотела вам показать. Ну что ж, растут дети. Ну, я бы так спокойно на вашем месте к этому не относилась бы. Это что же у нас, подполье какое-то завелось? Что это? Рожденные в колбе люди будущего. Вступайте в лигу детей колбы. Как это? Как это? Как-как? Рождение, так сказать, без акта любви. Да что они в этом понимают? Понимают. Еще как понимают. Это вы тут в розовых очках пришли, а они этого акта любви, извините, у пьяных родителей насмотрелись. Я вам скажу, у нас тут в шестом классе был Еременко такой. Помните, Светлана Игнатьевна? Так вот, его по темным углам с девочками только и ловили. Что, тетя Маша? Убрать хотела. Можно? А мы сейчас уйдем. Ну, надо же что-то делать. Извините, что не говорите? А самое главное для женщины – это сохранить форму. Ну, белье там, косметика. Господи, что еще? Боже мой, нашли о чем говорить. Что-то ты больно серьезная стала. Венечка, девчонки, щекотите ее, помогайте. Ты чё это? А я ничего. А это что? Рыбу, что ли, славил? Ты только, девочка, никому не рассказывай. Смеяться будут. Ладно тебе. Дай-ка сюда. Чё ты всю под воду засунул? А я не знала. А она-то кричала, а потом драться стала. Да кто кричал-то? Да мамка. Она пьяная пришла. Тебе что, приснилось, что ли? Ага.
А я испугался. Только девочка никому не рассказывает. Это со мной в первый раз. Ладно тебе. Чего там? Подумаешь, папки, мамки. А может, они вообще не нужны? Я вот по телевизору видела и в журнале читала. Сейчас уже детей в клубе начали выращивать. Да ну? Да, я вот думаю, может, я из клуба. Неужто? Я вот с хозяйством никак не управлюсь. Строители. Третью неделю закончить не могут. Что это я все о делах да о делах? Баба мы с вами как-никак или нет? А какая Венья-то злая, просто волчонок. Ну вот вы опять. Да нет, я хочу понять. Веня учится хорошо. Люся так себе. Только вообще мальчик. Что их вообще может связывать? А я обвинила вас в излишнем усердии. Вы их анкеты смотрели? Толика еще малюткой подобрали. В парке культуры и отдыха. Подкидыши они все трое. О, заболтались мы с вами. А, я сейчас позову Клавдию Петровну. Да, пожалуйста, позовите. Зимний Буратино, крючок золотой. А ты почему не в спальне? Что? Что-нибудь случилось? Не. А, понимаю. Ты хочешь побыть одна? Да, а что у тебя там с дисциплиной? Подтянуться надо. Мы зимой едем в Ленинград, в Эрмитаж. Ага. Так что сама понимаешь, надо подтянуться. А рисовать ты, надеюсь, не бросила? Веня? Ну, иди, иди. Иди в спальню. Доброй ночи. Расхлёбывай. Если у меня жизнь не сложилась, так и издеваться можно. Подождите, я жаловаться буду. Я в рану пойду. Вот, полюбуйтесь. Этому вы учите, да? Это ваше учение. Что это? Что? Так что учтите, вот эти дела вам просто так не пройдут. Вы меня еще вспомните. Как издеваться? Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Когда это появилось? Ребята, кто это сделал? Да не тетя Маша, вы не видели, когда это появилось? На. Не видела. А Никеев, ты что ржешь? Тебе это нравится? Да он всегда ржет. Ребята, кто это сделал? Ну, я вас спрашиваю. А кто у нас рисует? Ну вот что, принесите стремянку сюда и снимите это безобразие. Давно ну да, пора. Ты что так снять. Сразу? Никеев, а Никеев. Ну, я что ли вешал? Что да и кто вешает, тот и снимает. Что ну, ладно, пошли снимем. Да ну пусть повисит. Пусть повисит. Это твоя работа? А что? И листовки твоя работа? Да, что? А что это ты так осмелела, а? А что, я не права, может? Может, они хорошие, добро пожаловать? Ну так тоже нельзя. Ребята, возьмите. Ну давай. Давай, давай. Другая сторона. Ну давай. Подтыкай, подтыкай его туда. Ура! Да нет, да нет, да нет. Пошли на улицу.
Товарищ родитель. Здравствуйте. Вы в каком виде? В каком виде пришли сюда? В нормальном виде. Я запрещаю вам больше в таком виде приходить сюда. Я вообще не пью. Запрещу вам встречаться с ребенком. Уходите сейчас же отсюда. Уходите. Ухожу. Все, ухожу. Ухожу. Спокойно. Ухожу. Папа, не уходи. Дура. Да ладно, пойдем. Сейчас пойду одену. Да побежали. Пошли. Венька, Венька, Настасийка идет. Правда ты, что ли? Да что тебе здесь кино, что ли? Пошли, пошли. Ну, видите, да? Что видите? Ну, зачем им нужны такие родители? Когда ты оставишь этот тон? Да стрелять их всех, рыжик! Кто рыжик? Да куда ты? Нет, Вита. Странно. Ай, ладно, пойдем. Скажите, неужели никто так и не видел, как это все появилось? Никто и не... Ты что, хочешь мне сказать, что эти безобразия ты будешь продолжать дальше? Нет. Во всем виновата вот та девчонка. Теперь я знаю, как надо. Это я так думаю. Как? Как? Я тебя спрашиваю, как? Веня! Мне ребята, да. Я тебя не вижу. Надо туда. Ура! 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 Ну давай, бей, бей, бей сильнее. А давай, кто бей, это? Бей. А это папашка его. А это? Это мамашка. Заходи, Гер. Давай, заходи, заходи. Угу. Че, всыпала тебя Анастасия? А ты еще радуешься. Я не радуюсь, эффект был потрясный. Вообще, она знала, что это твои листовки. Ну и пусть. А кто это пришел? Смотри, как оделся фраер. Какой-то. Тише ты. Смотри, какая курточка клевая. Ну, в самом деле, вареная. Смотри, как расплющенный. А это что такое? Чё пусть, а? А это мой папа. Ну ты соображаешь, Витечка, что сейчас будет, а? Ведь и плакат твой был, и листовки твои были. Черт с ними. А это? Мама, значит. А чья? Твоя. Ты еще дурак, что ли? Что? Да ладно, Вень. Герман классный парень. Он у нас жить будет. Ты знаешь, кто у него родители? У него родители в загранке. Да. Добывают нефть. В Алжире. А что это так ты? Одет слабовато для загранки? У нас мальчишки лучше одеваются. Ну, во-первых, не тебе судить. А во-вторых, молодежь за границей плюет давно на тряпки. Ну, что, тебе понравилось у нас? Да, спасибо. Он оказал нам честь. Но, Веня... А у нас свободная койка есть. Можно он у нас? Очень хорошо. Хорошо. Герман, пойдем. Ну? Ну? Ну, девочки. Да кончать. Идем, Герман. Женщины, не выделяйтесь, не выделяйтесь. Встаньте в строй. Веня! Приготовились. Вень, да ты чего? Да чего ты? Ничего ты не понимаешь. Чего я не понимаю? Ну чего я не понимаю? Ну, так, пошли! Хватит, хватит, наигрался.
Вася. Где вы чай ели? Ну что, ребята, в кино мы с вами сегодня попали. Кино не на кладбище. Девчонки. Так, репетируем еще раз. Оркестр начали. Товарищи, пошли на меня. Пошли веселее. Сайдамов выше. Бодрее, бодрее, товарищ. Хорошо, хорошо. Направо, направо, товарищ, направо. Да. Играть. Ты кончай, кончай! Вам бутылочка не нужна? Да, нужна, нужна. А вы пустошесть потеряли. А? Пустошесть, вот. Да ну его да нахрен! Нахрен такая игра! Ну как там у вас, Корнет? Нормально. А когда на зимнюю форму одежды переходите? Да снега ждем. Дядь Федь, это под обрез? Под обрез? У меня все под обрез. Ну, знаешь мой закон. Фифти-фифти. Половина твоя, половина... А что, с тобой? Это со мной. А я не умею. А чего здесь уметь? Вот, смотри. Раз. Вот. И давай, целься, а потом стреляй. Чё здесь уметь-то? Показываю. Стрельба бывает несколько видов. Из положения стоя. Из положения с колена. Целься. Эй, брось винтовку. Слышь, ружье брось. Вень! Брось винтовку! Брось! Ты что, детка? Дядя Федя, она не хотела, она не... Ты что? Девка, ты что? Да тебя же близко к оружию нельзя допускать. Чего ты сделал-то? Сделал-то чего? Понимаешь? Что с тобой? Не знаю. Юра, вот он. Нет, вон она. Там говорили, что рыжий. С
Снимай, 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 снимай. По стеночке. Осторожно, Юрочка. Спускайся. Упусти ее туда. Догнал. Догони, 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 догони. Я не мешаю? Нет, нет, это не вы мешаете. Коля, ты свободен, а то еще в кино попадешь. Разворачиваемся сюда ко мне. Смотрим в объектив. Чуть выше подбородочек. Внимание. Не моргать. Разворачиваемся к руке. Тоже не было вспышки сейчас. Поворачиваемся. Чуть выше подбородок. Родинку, родинку сними. Волосы назад уберите. Снимите. Так, держите голову. Снимите клипсы. Клипсы снимите. Так, держите. Не моргать. Все. Пока снимки будут через счет. Хорошо, спасибо. Присядьте сюда, поближе. Проживаете в общежитии? Шаги. Чего не снимаю? Ладно, ладно. Снимаю, значит, надо. Раньше надо было думать. Мне что, в тюрьму теперь? Пока нет. Криминалистический анализ. Наличие общих черт у ребенка и у подозреваемой доказывает. Ваш-то какой был? Тот, что в домике малютки, или тот, что замерз? Мой живой. Приметы помнишь? Я что, его разглядывал? Вот мы приметы и устанавливаем. Распишись. Что, все? Пока все. Можно идти? Иди, иди. Повязку в дежурной части отметишь. Держи, снимай уход, снимай уход. Включите. Да сейчас, здесь кто-то лампочку взял и вот. Темень какая. Ну давай быстрее, что ты там возишься? Сейчас. Ну и понаписали, а? А, это прежнее. Ну осторожней давай. Я и так осторожна. Вень, она что, тоже из колбы, да? Возможно. А в будущем все будут из колбы. И хлопот никаких. Никаких. Вообще, Коля, уже сейчас надо готовить людей будущего. Ну, вроде нас. Да что он поймет? Поймет, не поймет. Она их перестанет. О, раскурился. Рано ему еще. Рано. Ничего и не рано. В самый раз. Правда, Коля? Поймет. А то нам про предков все уши прожужжали. А если бы их не было, как идеи, никто и не переживал бы. Толенька. А я и не переживаю. А Герман что, тебе папочку заменил, да? Ты рот закрой. Ну, не лезь. Убери руки. Тихо вы. Не лезет. Хватит. Руки. Пусть исчезнут из моей речи слова «папа» и «мама». Папа, папа и мама. Мама. Я истреблю в себе патологическую манию быть удочеренной. Быть усыновленным. Я буду презирать себе зависть дурацким сюсюканьем и поцелуйчиком. Сюсюканьем и поцелуйчиком. Потому что они могут сделать меня жалкой и слабой. Слабой и жалкой. Я никогда не буду, как дура, торчать под дверью и ждать. Потому что они все равно не придут.
А если придут, то все равно обманут. Пообещают и не сделают. И никогда не буду плакать. Все. Да здравствуют дети Колбы. Вень, а если завтра ко мне придут? Дурачок. Я же говорил, что он ничего не поймет. Нет, ну я так не могу. Объясняешь им, объясняешь. Ты пойми, они вообще не нужны. Вообще, даже если есть. Вень, я верю, верю. Ладно. Подожди, я уберу. Ну, хватит. ЛДК. Ничего. Ну, это эскиз человека, я с книжки срисовала. Слышь, давай я Германа позову, он в этом сечет. Пусть. Зря. Прячься. Опять потоп. Еще не вечер, еще не вечер. Ну и конспирация. Фу, сейчас чуть на Клавдию не нарвались. Это что, здесь секта, что ли? Ну да, сейчас это модно. Сейчас все верят. Кто в Будду, кто в металл. Ладно, пришел, смотри. Примитив. Сам ты примитив. Ты что сделал? Ты что сделал? Ты что сделал? Я? Дура, примитив — это такое направление в искусстве. Ну и катись со своим направлением, прямо, не оборачиваясь. Ха! А ты думала, я пришел к тебе в секту записываться? Тоже мне пророк нашелся. Слава богу, не в Колбе родился, а естественным путем. Старуха. От любви. И мама с папой в Кении, все путем. А ты же говорил, что в Алжире. А ты что здесь детские игрушки играешь? Кому расскажи, забалдею. Гудбай. Иди, иди, молись на своего Германа. Что? Ну ты идешь. Ну вот Колбу разбил дурак. Я же тебе говорила. Что говорила? Ты сама-то ни капельки не веришь. Да ну вас всех. Человек представляет собой сложную биологическую систему. Хотя, в принципе, каждый из вас не отличается от того же кролика. Карпов, не вертись. Миллионы лет эволюции создали существующий тип Homo sapiens, к которому и мы с вами относимся. Татьяна Петровна, да, повелитель. А я слышал, что уже есть искусственные люди, ну и Колбы, которые. Ну, в древности их называли гомункулюс.
А до искусственных еще далеко. Но, правда, один итальянский ученик. Что происходит? Что у тебя там? Я тебя спрашиваю. Да, посмотри, что там? Что у тебя там? Дай. Скользи, сядь. А ну, дай сюда. А может, там любовное послание? Интересно. Долго я буду ждать? Ну, что давай, давай. Ешь. Что? А вино Венька дает. Все ясненько. Теперь выйди вон из класса. Отдохни от подвига. Надеюсь, содержание было съедобно. Молодец. Слушай, ты должен мне все объяснить, должен, понимаешь? У меня последнее предупреждение, если опять окажусь виноватой. Понимаю. Тебя не возьмут в Ленинград, в Эрмитаж. Ну да. Отойди от двери. Так после съездишь. Как после? Ну после, когда работать пойдешь, а так повезут толпой. Посмотрите туда, посмотрите сюда. Тебе еще не надоело ходить строем? Так ты ничего не скажешь. А что я должен сказать? Но ведь это же была твоя открытка. Почему я должна за нее отвечать? Я же не виноват, что ты не смогла выкрутиться. Стася скажет. Она же честная. От двери, а не от окна. Стася вообще не трогай, она здесь ни при чем. Ах да, ну конечно, она же красавица. Ты при чем тут красавица? Ну ты даешь. Отстань. Ты тоже ничего. Да, Толи? Че? Я говорю, Вень, ничего, а? Вот хочешь, Толя тебя сейчас даже поцелует. Да, Толя? Вень у нас сегодня герой дня. Ну? Ну, ну. Ну, целуй. Дурак! Ну вот видишь, красавица. Герман, шухер. Ну что? Дети колбы готовятся хороводики вокруг елочки водить. А тебе-то что? Ты ж дитя любви. Удобно принимаю. Молочные принимают, и твои прим. Ну что, а? Ну что смотришь? Не доложишь. А доложишь? Не поверит. Про меня не поверит. Правда, Толик? Угу. Да вообще, чего ты себе трагедию строишь? Нужно уметь выкрутиться из любой ситуации. Хотя бы в самый последний момент. Главное, нужна реакция. Какая реакция? Ну как какая? На удар. Вот видишь, нет реакции. Ты чего? Ничего! Это эстафета твоего друга! Я же не виноват, что с ним так. Ты меня тоже должна понять. На пропуске ты. Ладно, успокойся.
А, вот мы чем здесь занимаемся. Иди отсюда! Ладно, ладно. Ты вот что, про порнушку не вздумай кому-нибудь заложить. А Толика идиот это не слушай. Ты вовсе даже ничего. И вообще. Не родись красивой, а родись счастливой. Уйди! Слушай, ты. Гомункулюс. Чё ты себя корчишь, а? Чё ты себя корчишь? Я тебе покажу колбу. Откуда дети берутся? Гомункулюс. Тихо. Тоже мне здесь нашлась. Я колбой. Я же тебе такую колбу покажу. Фу, дура. Быть изобретателем необходимы знания, находчивость, фантазия. И зарплата. О, и зарплата. Может, ребята, ребята, ну как вы думаете, он может быть изобретателем? Может. Молодец среди овец. Ну а ты как думаешь, гомункулюс? Да, ты будешь изобретателем. Но изобретать ты будешь не машиной, а всякие Вера. Такие позиции обстанешь, чтобы сухим из воды выходить. Вера. И в конце концов ты так хорошо научишься это делать, Вера. Что станешь самым классным подлецом. Ребята, ребята, успокойтесь. Ребята, ребята, успокойтесь. Игра есть игра, понимаете? Мы с вами так не договаривались. Игра есть игра. Мальчик, типичный лидер. Да они здесь все лидеры. А это два интерната сменил. Ни отца, ни матери. Гены, гены. Да, гены. Ребята, давайте продолжим. Под лицом! Вот дает. Слушай, ты подкидываешь! Герман, не надо! Как? Не надо, Герман! Ты как? Как? Подкидываешь! Подкидыш? Отойди! Что, подкидыш? Идёшь отсюда! Убери руки! Руки убери! Убей! Прекратить! Бей! Что? Что? Ну что там? Толик сильнее. Ну, Толик, даю. Дурак твой, Толик! Сань, ты дурак, нормальный парень! Ребята, ребята, давайте разойдемся все быстро. На ужин давайте быстренько, быстренько из зала. Быстро выходим. Ну, быстрее. Я тащусь к концу. Давайте выходим. Быстро, быстро. Слазь там. Слазь. Быстро. Быстро, быстро. Ну, живее, выходим. Вставай. Ну, чего разлегся? Идиоты. Thank you.
Когда это все кончится? Долго это будет продолжаться? Куда ты смотришь? Ты что, заболела? Надоело! Все надоело! Да ты что? И как ты только меня не ударила? Действительно, надо с тобой пожестче. Выйди! Ну вот что, дорогая, я вот этой самой рукой тебе выведу двойку за поведение. Поняла? Двойку! Чего она? Веня! Что с тобой, Веня? Что с тобой? Веня! Не так! Венечка, не надо, Веня! Не надо! Не надо, Веня! Я позову кого-нибудь, Венечка! Thank you.
Ее в коридоре поставить. Тащи сюда. Не войдет. Войдет. Ну, сейчас. Ну вот. Что? Не входишь. Да разверну другой стороной, войдет. Правильно. Я вот здесь мотаюсь. А где художники? Да там, в мастерских. Вот. А посмотрите. Теперь вон ту с кувшином тащи. Вот это, что ли, с красным? Ага. Ее. А сама сюда. Девочка где? Девочка, девочка сейчас в больнице. Мы из другого города. А, так это вы сами привезли работы? Да. По собственной инициативе?
Говорят, нас пишут в детских домах, детей в унитаз макают головой. Не знаю. Так, теперь вон ту большую. Это ее старые работы. Вы знаете, она нигде не училась. Ну, и так рисовать. Надо либо 100 лет учиться, либо вообще никогда не учиться. А? Как? Ты знаешь? Нет. Нет. Ой, летели, восемь сапогов, замутили, решки воду. Ой, летели, восемь сапогов, замутили. Так, хорошо, веселитесь. Далеко слышно. Ну, готовьтесь к выписке. Анализы прекрасные. Так, что у нас тут? Сейчас. Вот, пожалуйста. У нас тут... Оставляем пока прежние процедуры. Ну, Веня, а ты у меня самый большой молодец. Дня через 3 домой. Врубельчик, вечером повторный анализ. Обязательно. Зина, ты поговори с доктором. Пусть девочка побудет, хоть на недельку. Зиночка, ты же можешь. Поговори с ним. Ну, чего ты вертишься? У него жена ревнивая. Венька, ну чего ты, не расстраивайся. У тебя что, никого-никого нет? Есть, нет. Какая разница? А чего это она? Чего-чего? Старость плюс одиночество. Жить неохота. Ой, Боже! А анализы хорошие. Ой-ой-ой. Ну вот, вот и согласили. Здравствуй. Веня. Это Анатолий Иванович из Минска. Ну, в общем, вы поговорите вдвоем, а я вас внизу подожду. Да поговорим. Ну, ты, мать, сурова. Она, между прочим, за тебя горой. А вы кто такой? Я? Я вроде бы художник. Именно такой я тебя себе и представлял. А что это вы здесь расселись, а? Не положено. Вставайте, вставайте. Катя моя просила, плакала. Слушай, я что хотел у тебя спросить? А у тебя есть такая работа? Окно и на подоконнике красная кошка. Дайте спичек, молодой человек. Ну, есть, а что? Кошка это ваша? Дедомовская? Нет, ну, я не знаю, как объяснить. Ну, кошку я вместо себя нарисовала. Спасибо. А почему красная кошка-то? Ну, потому что на синем фоне красный лучше смотрится. Да, будет толк. А как жить дальше собираешься? Как все, после школы в ПТУ. Как все? ПТУ, ПТУ. Слушай, я там поговорю кое с кем, показал твои работы. Давай после школы к нам в училище. В училище? Да, в художественное училище. Правда, придется, конечно, поработать. Сама понимаешь. Не струсишь? Не струшу. Попробуем, да? Ну, давай.
под лопатку там стрелял. Сейчас ничего не будет. Ты что здесь расхулиганилась, а? Не детский сад. Это из какой палаты, интересно? Каталку здесь развели. Первом полугодии. На традиционной 58-й выставке легковых автомобилей в Женеве всеобщий интерес вызвала экологическая новинка – солнечный гонщик, созданная в США пока что в экспериментальном варианте. Со средней скоростью 72 км в час эта машина, работающая на солнечной батарее, без проблем пересекла всю Австралию. Продолжаем передачу для тех, кто в пути. Ты все вертишь. Ну, вертись, вертись. Это ты, Венька? Я. А я новенькая. А ты похожа... Как ее? На Наташу Ростову. Правда? А где Сирена? Ой, Иван. Какое тебе платье красивое. Ага. А Веня, рыжик, здесь? Здесь, здесь. Венька. Ну ты даешь. Кто это здесь Венька? А я тебя проведать пришел. Один? Или с неразлучным другом Германом? Один. Ну что, проведал? Гудбай, как сказал бы твой лучший друг Герман. Вень, а Анастасия тебе двойку не поставила. Да? Двоечки, пятерочки, тебя это еще интересует? Маленький ты какой. Что ж ты с кавалером-то? М? Заслужил. Так где же Сирена? Ты доктора поблагодари. Это он тебе платье подарил. Здравствуйте. Здрасте. О, неплохо. Ты знаешь что? Ты сейчас иди сними это. Почему? Ну, как надо. Здесь никто не помешает. Вот, прошу вас. Спасибо. Вот что я хотел у тебя спросить. Веня, у вас в интернате есть такая Сидорчикова? Мария Игнатьевна. На кухне работает. Знаешь ее? Я слышал, ее все больше Маняшей зовут. А, Маняша. Ну вот, вспомнила. Маняша. Ну и как ты к ней относишься? Что такое, сыночка? Пришла директор интерната, она хочет с вами поговорить.
сюда можно? Да, конечно, я вас ждал. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Я директор интерната. Здравствуйте. Считаю необходимым свое присутствие при... Как это у вас называется? При допросе. Да, пожалуйста, но мы здесь и сами... Вообще, я не понимаю, как это можно было допустить? Вы же знаете, что они у нас не просто дети, они у нас особые дети. Посмотрите, она ведь совсем еще ребенок. Разве можно было, не предупредив меня, не поставив известность, заниматься какими-то допросами? Посмотрите, дитя совсем еще. А потом, девочка больна, она не пришла еще в должное состояние. А вы... Ну, идем, идем, доктор все уладит. Вы ведете допрос. Но поймите, есть же официальное заявление от потерпевшей. Кстати, вашей работнице... Позвольте мне взглянуть. Это не просто шалости. Беременную женщину в живот. В самом деле, это была не шалость. Девочка была больна, знаете, такая подвижная психика. Она вообще могла ничего не помнить. И если хотите, я могу дать официальное заключение. Так вот с этой, с ней же ничего не случилось. Да, ничего. Ну да, да. Простите, закурить можно? Да, пожалуйста, здесь можно. Заключение врача. Дело, конечно, хорошее. А вообще-то, за такие дела колония полагается. Вы что же, вы хотите сказать, что мои дети угроза для общества? Ваши? Лично ваши нет. Ну, помогите же хоть чем-нибудь. Ну, поставьте себя на мое место. У вас же тоже, наверное, есть дети, и вы отец. А если бы ваш ребенок попал в такую ситуацию? Спокойнее. Нет, ну неужели ничего спокойнее нельзя сделать? Спокойно, я буду... Разберемся. Посоветуйте что-нибудь. Она, знаете, детей на кухне обворовывает. Так что пусть выбирает. Или статья, или заявление это. Извините. Всего доброго. До свидания. Товарищ следователь, гражданин следователь. Заснуть ты сможешь? Что я сделала? Не могу вспомнить. И не надо. Срочно, в шестую. Ага. Доктору скажите. Угу. Чего на ужине не было? 8-13 градусов мороза. Случилось что-нибудь? Может, телевизор пойдешь посмотришь?
Ну, доктора позвать? Может, поешь? Не будешь? Ну, как хочешь. А что с ней? Да что с ней нянькаешься? Сама не маленькая. Жалко девку. Ну что, может, спать будем? Будем. Радио выключи. Вень, ты что, как лунатик бродишь? Халат. Ты что, сама с собой разговаривала? Ругал доктор? Не-а. Он добрый. Тебя что, выписывают? Не-а. А меня выписывают. А вам что, домой не хочется? Да где дом-то? Я ведь сюда приехала своих навестить. А меня взяла да и прихватила. Я ведь здесь родилась. Толь прожила. А в Минске что за дом? И поговорить не с кем. Все одна да одна. Никогда не дежурили. Ну, что же я могу сделать? Зато мы сегодня с вами дежурили вместе. Ну, сегодня какое-то грустное дежурство. Ирочка, повезли. Вы там в карту все записали? Да. Ну, везите. Осторожно. Попридержи дверь. А ты-то что здесь делаешь, а? Нормальная картинка. Так. А это что такое? А брак пленки. Нормально все. Да? Я вообще не уверен, что эта штука не ошибка природы. Между прочим, животные, детишек, не выбрасывают. Mm-hmm. Потому что у них этой штуки нет. Угу.
Гомункулюс, анатомия у тебя самая обыкновенная. Ну, в понедельник выписываться будем? А я хочу завтра, в субботу. Только вы мне на дорогу денег дайте, то я не хочу в интернат заезжать. Сразу начнут, ты еще слабенькая. Потом съездишь. А я хочу отсюда, сразу. Я же не имею права тебя отпустить. Ну, а вы скажите, что я сбежала. Очень надо. На площади остановите, пожалуйста. Тебе чего, красавица? Я... Ма, ну пару вилочек, что ну? Принесите. Мамаша! Тут... Ой! Венька! Ты чего? Приехала. Ну-ну. Я с экскурсией. Лида! Алло. Лид! Заходите. Лид! Заходить не будешь? Ну, да нет. Ну. Я пойду. Ребята ждут. До свидания. Ой, Венька. Венька, на, возьми. Возьми на дорогу. Возьми. До свидания. До свидания. С Богом. С Богом. Ничего, девочка. Ничего? Уважаемые покупатели,
На третий этаж универмага в секцию парфюмерии поступили в продажу духи «Контакт» для почитательниц восточных ароматов. Запах создает композиция из жасмина, масел ценных древесных пород и чистых восточных бальзамов. Молодой человек, что вы делаете? А чё? Как не стыдно. Уважаемые покупатели, приглашаем вас за покупкой. Лидочка, повесь, пожалуйста. Вон туда. Ну что, ждем, да? Девушка, побыстрее, пожалуйста, очередь. Сидеть нельзя, встань. Боже мой, магазин дух теперь такая сильная. Будем рады, если вы там у нас там дай погадаю, ну дай ручку, дай ручку, дай погадаю, золотенькая. Почему такая печальная? Жизнь тебя ждет длинная, длинная, счастливая, хорошая. Милый друг тебе спешит. По глазам вижу, по руке вижу, милый друг тебе спешит. Счастлива ты будешь с ним, долгое счастье тебе будет. Позолоти ручку, милая, я тебе все расскажу, позолоти ручку. Милая, куда едешь-то? Не проспишь?